Так что, что странного в том, что мэр пытается там найти каких-то инвесторов. Другое дело, что, может быть, эти попытки выглядят наивными и не слишком реалистичными вот в контексте географическом и временном. Понятно, что проблемы таких малых городов не решаются, конечно, путем поиска инвесторов. Пока что мэр Гидели добился только того, что на историю с нежелающими работать горожанами обратили внимание федеральные СМИ, в том числе государственное информагентство. Может быть, проблемами Гидели теперь займутся на другом уровне. Шансы на это после скандала, наверное, выше, чем были раньше. Михаил Задорожный, Екатерина Родионова, Бизнес ФМ. Сажать самолеты по пачке Беломорканала.